Высокие стандарты, поставленные тобой вчера, становятся реальностью для наших специалистов уже сегодня. Продукция Genetic Club создается командой профессионалов на современном производстве по стандартам управления безопасности HACCP и ISO. Genetic Club. Когда важен результат. Если да. Этого не достигну сейчас, что ты, я чувствую, что ты правду говоришь, просто перейдем на то, что вообще будешь по одной ноге делать. По одной ноге. Сейчас еще. 15. Раз. Два. Блядь, три. Молодец. Он видел, что то поколение бодибилдеров всегда ставили ноги. Ты делаешь все, только не через боль. Не пиздяк над собой. Пустая штанга, мы не вешаем вес. Так я иду и подкашиваюсь. Мне очень тяжело встать. Я столько концентрации на то, чтобы встать. Три. Сука. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Я бы эти 10 повторений сам нахуй никогда не сделал. Как бы я не был замотивирован, какой бы я, блядь, на какой фарме не сидел, нет. Ребят, для тех, кто сдает анализы, есть возможность сдавать анализы со скидкой 30-40%, скачав просто вот это вот приложение. Перейти по ссылке в описании, скачивайте это приложение. Вот так вот оно выглядит. Вот. Там регистрируетесь и, соответственно, все необходимые анализы, которые вам нужны, из списка выбираете, добавляете их в корзину, оплачиваете. В корзине они будут уже у вас сразу со скидкой 30-40%, в зависимости от того, там на каждый анализ разные скидки. Поэтому экономьте на анализах 30-40%. Очень важно, что это приложение работает в любой точке России и сотрудничает оно с клиниками Helix и Гематез. 30-40%, регистрируйте, скачивайте. А, на здоровье! Ноги, друзья, всем привет. Мы что-то последнее видео, я заметил такую тенденцию, что мы перестали какую-то шапку записывать, здороваются. Просто Леха начинает съемку, когда мы уже в процессе. Вот, всем привет. Вчера мы выложили тренировку плеч, это была среда, во вторник мы ее записали. Сегодня четверг, тренировка ног. По вашим желаниям и указаниям. Так. Давай, залазь. Нам бы ноги сучить, чтобы видно было. Ну, будем пытаться так, знаешь, чтобы немножечко. Куда мы там стреляем? Ну и, во-первых, тебе самому тактильно будет. Визуально, то есть, не тактильно. Больно? Нет, вообще нет. Четко вообще, да? Да. Отлично. Давай, первый разминайся. Ромк, на меня. Вот так. Вот так. Вот мне кажется, надо чуть-чуть повыше. Валик. Валик тебе повыше сюда? Да, потому что он прям упирается в стопу. Пробуй. Комфортно? Ну, да, так более. Или нет? Я просто привык разгибать еще именно лучше. Вот голеностопом. Это более не имеет значения. Не имеет. Вообще, все. Так, это в принципе, комфортно. Все. Колено нормально? Колено вообще. Четко здесь, да, все? Вообще. Отлично. Теперь пробуем вовнутрь коленочки чуть-чуть. С носки разворачиваю. Все вместе, вот, да. Все вместе. Да. Не больно? Нет. Вот это будет за основу сегодня. Сейчас. Тут в основном, наверное, зависит больше от используемого веса, нежели от положения. Еще что? Делай много раз. Делай много раз сейчас. То есть, чем больше с маленьким весом ты сейчас разработаешь, ты нальешь крови, тем будет легче потом. Мы постараемся болевое ощущение обойти. Угу. Только если ты малейшее чувствуешь вот. Именно место травмы. Место травмы, да, вот это ощущение, которое оно есть, которое ты чувствуешь и понимаешь, что это разрабатывается круто, здесь надо понять. Mm-hmm. И то ощущение, когда ты понимаешь, что уже перебор. Делай. Еще. Да. Сильнее колени вовнутрь. Прям вообще вот. Да, по максимуму. Вот так.
Во внешнюю часть больше заходит? Ну, в пиковом сокращении, да. Да, когда полностью. Не останавливайся. Ты разговаривай со мной, не останавливайся. Ну, тут даже видно, как она подсокращается. Ну да. Лучше. Поехали, поехали. Что, прилетать начинает? Оно начинает прилетать не в квадре, а в приводящую, в портняжную, когда ноги пытаюсь свести вот. Нет, тогда внутрь. Сильно не своди, хорошо. Ты их раздвинь вот так вот, да? Просто коленки вот так, все. Поехали. Так, легче? Да, чуть-чуть. Но все равно, как бы... Сильно не своди. Вот что можешь тогда ногами развернуть? А то портняжная забилась, а квадры еще как бы такие, нормальные. Делаем дальше. Тогда меньше, да. Давай, пускай будет тогда за счет ступней. Абсолютно правильно. Не своди портняжную. Ага. Поехали. Еще. Чуть быстрее начинаем. Поехали. Еще. Молодец. Ромыч, нормально. Пойдет. Вот, хороший темп. Делаем. Давай. Ниже не пускай, вверх. Отлично, еще делай, давай. Поехали. Во. Вот сейчас огонь. Во. Осталось 20 раз, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Больше от ноги. 12, у нее больше, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, молодец. Нормально? Вообще, очень хорошо. А? Такая испарина пошла. На самом деле, сам бы ты хер такой сделал. Сам бы, да, отказался несколько... десятков повторений назад. Почему? Жжение вот это вот перетерпливаешь. Диапазон повторений 10. Как только начинается жжение, 10-15 повторений делаешь, чуть-чуть к этому состоянию привыкаешь, перетерпливаешь и начинает отпускать. То есть терпимо становится. Терпишь, но делаешь. Да. Единственный момент, ты начинаешь очень сильно, ну, это неосознанно, понятно, перестраховываешься, стараешься все-таки... Акцент на правую. Если этого не достигну сейчас, что ты, я чувствую, что ты правую загружаешь, просто перейдем на то, что вообще будешь по одной ноге делать. По одной ноге. Понял? То есть ты сейчас психологически, потому что тебя сегодня подготовить, и мы не будем допускать, то есть ты не должен бояться, что будет больно. Мы на контроле, всегда на контроле. Потому что перейдем в следующее упражнение, я не могу тебе позволить дать штангу, что тебя будет перекашивать на одну ногу. Да. Мы сейчас тебя готовим к тому, чтобы ты мысленно уже был... готов к полноценной работе. И только после этого он перенос. Сколько здесь подходов это займет, я не знаю. Вот пока я это не увижу, мы дальше никуда не двинемся. Это для ребят, которые, может быть, совсем недавно смотрят канал, и не все ролики смотрели. В апреле месяце у меня была травма. Отрыв сухожилия квадрицепса и надрыв крестообразной связки. Мне прооперировали ногу. Сейчас ноябрь, декабрь сейчас. Сколько месяцев прошло? 12, а это 4, да? 8 месяцев прошло с момента травмы, с момента операции практически столько же. Вот, и вот сейчас какие-то первые такие тренировки. Что, let's go? Да, поехали. Внизу там есть провал, внизу замедляешься. Ага. Да? Вверху прижимаешь и обратно, плавность хода. Все плавность, не надо таких выбросов держать, не надо. Плавность именно... Ты сейчас должен сконцентрироваться на закачке, на наливе вот именно крови, больше крови. Чтобы чем больше крови, тем больше питательнее будет, тем больше будет восстановление. Больше давай на правую ногу. О! Ну вот сейчас я прям на нее акцент сделал. О! Так я это вижу. Угу. Молодец. Она теперь нам может. Она реально может. Мы по поводу нее стараемся, да, чтобы она. То есть мы же не за счет того, что ее загрузили, а за счет того, чтобы она должна восстановиться. Поэтому отлично. Работаем.
молодчина. Огонь. Внизу расслабление. Вверх. Вот так. Вверх. Дыши, дыши. Вверху. Ускоряйся. Молодец. Ускоряйся. Да, чемпион, давай. Класс. Нормально, нормально, отлично. Еще, поехали, поехали. Молодец, еще. 15. Раз. Два. Блядь, три. Молодец. 4. Молодец. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5 раз. Раз. Два. Три. 4. Огонь. Колено как? О, я о нем вообще не думаю. Нормально все? Вообще все комфортно. Очень здорово. Я думаю о квадрах. Это такое. Нормуль? Вообще огонь. Огонь, ну в прямом смысле слова огонь там. Все. Еще один дальше. Я по чуть-чуть иду, Ром. Потому что, ну не знаю, опять же, важно чуть, ну важно не добрать, чем перебрать. Поэтому потихонечку идем, да, в равном промежутке вот так. Опять же, разгибание. Ну, очень такое специфическое упражнение, очень много и споров, и мнений относительно веса от тягощения. Должны быть тяжелые разгибания? Или тут нагрузка на коленный сустав такая, что это больше как памповое такое движение? Блин, ты представляешь? Можно считать его как основным движением на квадрицепс, ну, одним из? Ну, если честно тебе скажу, что я считаю, что это самое недооцененное упражнение вообще из во всей качалке. Ну, вот из-за этого, да, из-за этого и спрашиваю. Оно недооценено в плане, насколько оно охеренное. Вопрос, насколько ты готов к нему подойти и как ты к нему подходишь. Конечно, если ты пришел сюда и сразу ставишь вес, у тебя не готово. Обрати внимание, с чего мы начали? С трех плиточек потихонечку, большим количеством повторений. Ты на трех плитках уже крови нагнал, у тебя уже жжение пошло. То есть ты уже нагнетаешь, нагнетаешь, нагнетаешь. И потом уже даже ты сейчас поднимешь большой вес, учитывая то, что у тебя травма. То есть вопрос, как здесь подойти? Сколько вариаций на проработать квадрицепс? Отклонился назад, наклонился вперед, да. Приподнял колено, выпрямил, развернул в одну сторону, в другую сторону. Блин, не знаю. И что самое интересное, ты здесь не так сильно подвержен травмоопасности, если ты грамотно подходишь, ниже, чем в приседаниях. У тебя нет нагрузки ни на позвоночник, ни на крестец, ничего. У тебя полностью изоляция квадрицепса. То есть его можно считать как одно из... И я его вообще обожаю. Вот опять до мурашек, понимаешь? Это самое лучшее. И я тебе хочу сказать, мои ноги задаток того, что это... Может быть, потому что я к нему так отношусь. Это мое мнение. Сугубо только мое мнение. Никаких споров я даже спорить не буду. Может быть, из-за того, что когда я приходил к отцу в зал, когда еще будучи маленький, он видел, что то поколение бодибилдеров всегда отставали ноги. И он как бы думал, ну мало ли он будет там тренироваться, и он мне заставлял всегда ноги делать. Мне нужно было сделать 4 подхода, например. Ну там настолько примитивный станок был, да? Ну, тупо который, трос. Он, трос, там блины, вот, блины здесь были. Я поднимал эту штуку. Мне это так не нравилось, но по сути дела, даже в маленьком возрасте, пока я там колено не порвал, ну как бы не разорвал, ну как бы в траве там, ну, пока играли. Но я даже тогда помню, что у меня такие ноги, он говорит, о, фига, какие у него там у ноги. У вас травма тоже была? 8 лет мы там с пацанами ползали по траве, я распорол колено. И вложили гипс, и после этого нога такая похудела сразу. Это явно было видно. Даже при условии, что там не было какой-то гипертрофии лишней. Конечно, это 8 лет, я видел, как это, что такое похудела нога относительно другой. Понимаешь? И что такое похудела нога, да, когда она не гипертрофирована, а и так не такая широкая, да? Блин, и для меня это, конечно, основное. И поэтому, когда я стал экспериментировать, обрати внимание, еще лавка. Мы сейчас с тобой здесь поделаем, перейдем на ровную лавку. И совершенно эффект другой будет. Это как будто два разных упражнения. То есть, ну, если вы обратили внимание, здесь камня немножко углубляется назад, когда я таз просаживаю. Вот. Просто. Настолько отказные. Так вот и ноги. Вот и ноги. Ну, он, кстати, единственный был с золотой эры, кто, чьи ноги сейчас конкурентные открытой категории. А, из той эры еще, помнишь, ей был Андерс Мюнцер? Да, Андреас Мюнцер, да. Человек без кожи. Больше. Аутентично. И то, что была травма, нас вообще не беспокоит. Мысленно. Работаем.
Сначала вдох и подъем. Подъем. Во. Во. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Работаем. Быстрее. 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 Не рвем, не рвем, не рвем. Работаем. Еще. Четыре раза. Раз. Два. Три. Молодец. Вылезай. Вообще. Колено нормально? Можно добавить. Вообще. Я вообще колено не чувствую. Отлично, видишь. Здесь станочек, кстати, ну, клевый на разгибании. Ну, сейчас начнем станочек, еще что-то. Нет, а просто, ну, вы же прекрасно знаете, что есть вот прям очень неудачные согласен, станки. Согласен, конечно, я шучу. Очень неудачные. А вообще клево. Нет, ну, не то чтобы у меня колено там безумно болело, я уже какое-то время, конечно, несколько месяцев тренирую ноги. Я просто тебе подвожу, я хочу, чтобы ты немножко поприседал, то, что ты очень сильно боишься. Да, да, да. Мы единственное сделаем немножко, чтобы не было страшно, мы поприседаем с тобой в Смита. Угу. Да, это будет страховочно, ты будешь понимать, что ты не будешь... Мне кажется, лучше с свободным весом. Если так, ты, пожалуйста. Там, по крайней мере, я подстроиться смогу. Наверное. А можно и там попробую. Давай, давай со штангой, со штангом. Здесь еще работаем дальше. По поводу эмоций и криков, когда вы, ну, некоторые ребята писали, что вы орете. Есть ребята, которые намного больше веса молча выполняют. Ребят, ну, это такая эмоция. Она, не могу сказать, что подконтрольная или не подконтрольная. Она вот вырывается. Хочется где-то мутюкнуться, хочется где-то громко выдохнуть с криком. Ну, вот такое вот. Оно вот просто вот в каче, в момент непроизвольно вырывается. Хочется вот это сделать. Ты знаешь, говорю, по примеру, это мужики говорят или женщины? Ну, в основном мужики смотрят. Мужики. Ты знаешь, вот надо их спросить вопрос. Они сексом всегда в тишине занимаются? Ну, в основном молчат, да, наверное. Ну, наверное, молчат, да. Ну, значит, это не тот секс, которым надо заниматься. Молодец. Больше акцент на правую, да? Ровно, видишь, он на коленную сторону смотрит. Ровно положи. О. Работаем ровно. Ускоряемся, Ромыч. Поехали. Раз. Два. Три. Давай, четыре. Четыре. Пять. Еще. Шесть. Работаем. Давай, давай, мужик. Пошел! Давай! Еще! 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 Сук! Давай! Два раза! Молодец! Ну, пускай они это попробуют тихо сделать. Я вот просто здесь сейчас сдерживал, думает. Мало, он просто сейчас занимался сексом тогда, когда в соседней комнате дети. Да. Даже не в соседней, а у нас, как правило, рядом, в спальне прям еще младшая спит. Наливаются? Наливаются. Причем я в тренировку ног уже довольно давно не использую никаких ни стимуляторов, ни пампелок, ничего вообще. На тренировке ног, лично мне, мое мнение, по ощущениям, это только мешает. Излишнее кровенаполнение, излишнее и так, пульс шкалит на тренировке ног. Давление сильное. А еще какой-то кофеиносодержащие напитки, предтрены, вот эти все, ну, нереально. Поэтому я вот даже на тренировку ног даже знаю, что амилопектин там с БЦАшками, немножко слюна такая, ну, как бы клейкая становится. Вот в тренировке ног это безумно мешает. Поэтому тренировка ног – это вот единственное, что я в 7 утра выпил американо. И вот в 12 у нас тренировка, и пью водичку в тренировке. Только. И все. Давай, мужик. Собрался. Один. Отлично. Во, два. Во, другое дело. Три. Блядь, нормально. Во. Вот она уже, видишь, наливаю. Пять. Работаем, работаем. Шесть. Семь. 8, 9,
10. Поехали. Быстрее. 12. 13. 14. 15. Ставь. Ставь. Сиди, 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 сиди. Поехали. Раз. Два. Три. Вот так вот. 4. О. 5. Пошел, пошел, быстрее. 6. Еще. 7. 8. Давай, чемпион. 9. Давай. 10. Команд. Команд. Еще 2. Раз. Молодец. Ну вот так вот. Это не легче, чем приседание делать. Поверьте. По ощущениям. Самое главное, видишь, мы в обход травмы идем. Вообще, такой вес. Вес я... почти все. Да. Вообще очень комфортно. Ну, то есть, с точки зрения какого-то дискомфорта в месте травмы. Короче, я тебя обманул нет. просто. Я тебя начал обманывать именно твое сознание, которое привыкло к страху. Ага. Я начал с маленького, потихонечку, потихонечку. Я тебе дал возможность на маленьком весе, что правая нога может тащить. Тактильно тебя трогаю. Да, я вижу, что ты что левый делаешь, а правый тебе, брат, расслаблен. Потом ты переключился, понял, да ничего страшного, ты начал перестраивать, даже сам не головой, интуитивно. Это, ну, ее ощущение, я чувствую, что она не болит. Я тебе говорю это, потому что это у меня было. Такое же самое, да. Понимаешь, вот все говорят, что ну, если с тобой что-то происходит, для чего тебе это надо? Я сегодня делюсь этими состояниями. То есть мой врач сказал, ты восстанавливаешься, ты делаешь все, только не через боль. Чем больше ты будешь делать и диапазон прогрессировать в ощущениях увеличения амплитуды, веса, ширины, тем быстрее ты придешь к восстановлению. Чем будешь ты больше бояться, блядь, восстановление может не настигнуть, не наступить никогда. Все время на пол. Ты всегда будешь в страхе, всегда в страхе. Сейчас просто вот это был мой метод, то есть когда мы с тобой занимались тогда, думаю, как я тебя буду готовить, потому что я знаю, что такое травма, и это от тебя не зависит, это не зависит какой ты офигенный, там, знаешь, ну, как бы в голове целеустремленный. Это просто на подсознании сидит. Бороться с этим бесполезно. Сейчас потихонечку ты к этому идешь и вот готовишься. Самое главное, только осталась маленькая грань. Ты должен контролировать, чтобы не было больно. Все. Боль в квадрах ужасная вообще просто. Просто ужасная. А колено нормально? А колено прям вообще. Я, если честно, прям вот не думаю о нем в подходе. Вот, да. Вот. Я думаю только как выжить? О концентрации на правой и как ноге. Выжить? Когда и он как скажет выжить все? Вес, как, да. Когда он скажет, когда же все? А там, блядь, еще? А там, еще? Сука, он еще и сбросил, еще 5 или еще 20. Ну, вот эти, когда вы сбросили, у меня там, ну, уже такой предотказ. То есть я уже просто, их даже, мне кажется, такие пустые ноги не разогну. Ага. Все, стою и терплю, они настолько налиты. Вот это вот ощущение. Классно. Супер. Поэтому видишь, вот насколько это упражнение недооцененное, да? То есть, по сути дела, ты можешь вот им восстанавливаться, уже раньше начать вот таким образом, делать только его сначала. Угу. Потом подключать жимовые, приседания. Просто сегодня, поскольку тренировка такая, да, мы попробуем с тобой разогнаться, чтобы ты, может быть, поменьше начал бояться приседаний. Не означает, что в агонию пойдем, но потихонечку. О, ноги-то, смотри-ка. Почти я одинаковые. Я бы не сказал, что, ну да, отделяются. Расплющил когда. Ну, отделяются, конечно, но так, более-менее. Один. Больше упор, больше. Хочу сюда больше. Отлично. Вот так. Вообще почти одинаково. Еще старайся, мужик. Да, вот это только правая есть. Да, мужик. Не рви только плавненько. Вот, на мышцах. Язычки нет. Вот, плавнее. Я помогу, не переживай, все нормально. Делаем, работаем, блядь. Еще. И еще два раза. Раз. Два. Снимаем. Держать. Нет, не начали. Согнуты. Держи. Растягивайте. Потихонечку начали. Отлично. Раз. Два. Ускоряемся. Три. 10 раз надо сделать. 4. 5. 6. 7. Не рви только. 8. 9. 10. Молодец. Вылезай. Я думаю, здесь хватит. Классненько.
важно, ноги ставим. Ты обычно как бы, если приседал, обычно твоя техника постановки? Ну, ширина плеч чуть-чуть, может быть, пошире вот так. И, да, и ноги, видишь, пальцы на скрест. Ага. Теперь ты чуть поуже и параллельно. Да, подгибаешь ноги. Это исходное положение. И вот первое дозировал и встал. Подозировал, встал. Сколько можешь вниз, чтобы не было болевого ощущения. И вот такое плавное движение с прямой спиной. Если нужно будет подложить под пятку, то есть ты понимаешь, голеностоп, да, будет сильно тянуться, мы подложим под пятку блинчики или что-нибудь, он может тут упор. Да, без проблем. Что самое, забыл важный момент сказать. Ты стоишь, как вот ты вот в стойке стоим, когда на соревновании, напряженные ноги, вот ты также здесь стоишь на напряженных ногах. И на напряженных ногах начинаешь это делать. Блин, сейчас не пиздякнуть с собой. Пустая штанга, мы не вешаем вес. Так я иду и подкашиваюсь. Я буду сзади, не переживай, все нормально. Я здесь для этого стою, я буду тебя хватать. Хоть у меня нога побаливает, но я тебя поймаю, не переживай, брат. Уже ноги, чуть-чуть уже, вот так, да. Ноги подсогнул, исходное положение найди. Вот, да. Это я вставил. Может, сначала без грифа? Давай, ничего страшного, не прыгай. Вот, вверх. Не больно. Ниже, значит, сижу. Вверх, все, барка больше надо, спинку ровнее. Давай, мужик. Вверх, во. Вверх, во. Во, спинку ровнее. Молодец, отлично, вот сейчас, вот класс. Да, ровно правую ногу тоже загружай. Молодчик. Все. Да, чемпион, не бойся, я тебя держу вообще. Мужик, я тебя не брошу. Давай, чемпион. Работай. Это нормально. То, что происходит, это нормально, не парься. Три раза. Раз. Еще два. Давай, блядь. Еще раз. Молодчина. Как колено? Я не думал о колене, он вообще не болит. Все? Вообще не тревожит. Блять. Амплитуда очень комфортная. Все. Единственное, о чем я это... Это пиздец ногам. Мне очень тяжело встать. Я столько концентрации на то, чтобы встать, при условии, что гриф пустой, веса нету. Ну ты помнишь, все через это проходили. Это жесть вообще просто. Но зато, видишь, мы обходим. Сейчас не вес играет значение, да? Мы сейчас возвращаем твои мышечные ощущения. Ну, 8 повторений, и 8 повторение у меня уже стиснул зубы, чтобы встать. Я понимаю, с пустым грифом, да. Вот, все, тренируемся, все не так. Это временно. Нам надо обойти, восстановить, почувствовать силы, потом начнем грузить. Как быстро, да? Вот там, сколько я тренируюсь? С 2008 года травму получил, и как быстро ушло. Конечно. Вообще просто. То есть я, полтора месяца она не двигалась. Конечно. Вообще у меня. Просто. Ром, мне когда операцию сделали, представляешь, это все на кону выступления, квалификации. Олимпии нет. В 2003 году я выступил с порванной. Мне Вейн Демилия сказал: Алекс, если ты хочешь, надо оперироваться. Я оперируюсь, и мне в 2004, то есть я в начале года делал операцию 10 января, прямо после Нового года. Да, вот 10 января 2004. И в 2004 году я должен еще с Колмана выступать, также осенью. И вот когда сделали операцию, сняли мне гипс, эта рука, чтобы ты понимал, где-то 52, то есть, да, 52, это что-то 42, что-то такое. А 54, это 42. Представляешь, то есть у меня вот так вот атрофировалось полностью тело, блядь. Спина точно так же, половины не было от тарафаса. Сразу и перекос. И перекос, и начался оттуда, конечно. То есть, во-первых, он перекос я не чувствую, потому что искусственная связка стоит. И все, восстанавливается, да, мы это начнем. И я так смотрю на себя в зеркало, какой, то есть я вижу Колман, Катлер, там, да, я сейчас понимаю, я на город выйду, блядь, и там даже в топе ничего не будет, то есть, вообще, только осталась только вот эта рука, вот эта часть более-менее, это, блядь, вообще. А гипс как накладывать? Полностью плечо, рука полностью? Ой, слушай, это отдельная история, это вот так вот, как ключица сломана была изначально, потому что должна быть, нельзя было двигать ни в коем случае, потому что костная мозоль там... еще те технологии, там шнурок с дыркой в кости, должна быть костная мозоль образоваться, чтобы не перетерлась, нельзя было шевелить. От этого, блядь, здесь вот, грубо говоря, нависало, вот это расстояние у меня сгнило, началось заражение, температуру вовремя успели, вытащили. Потом, когда сняли,
умер сустав, мне руку было не поднять от неподвижности. Это было трэш. То есть у меня рука начала, чтобы ты понимал, вот я в ноябре выступал, там и форма, если посмотреть, что качество в 2003 году было лучше, чем в 2004. Но чтобы ты понимал, я начал тренироваться только в июле месяце. Я к июлю месяцу у меня более-менее восстановилось. То есть там время то осталось. То есть это набор. Был и набор, и сушка. Ну и у меня постоянно такие, знаешь, у меня экстремальная история. Всю так, давай следующий подход. Испытывал вас на прочность меня. Сейчас полегче так, должно сейчас быть. Сейчас я чуть-чуть. Помчал? Да. Спину держи ровнее. Огонь. О. Меньше вставай. Вниз. Спинку ровнее. Чё? Два раза осталось. Еще раз. Молодчик. Отлично. Уже, ну, восстанавливается по объему почти, вот, да? Латерально. Но вот я, они. Да, то есть общее вообще состояние вот этого объема. Да, да, да. Объема, да. Ну, то есть видно, да, что тут ну, да, капельное, да. Так в целом. Но все равно, наваливать уже все равно начинает здесь. Ну да, да. Ну, по сравнению с тем, что было в июле месяце, ну, в августе даже, я выкладывал как-то калаш. Ну, там вообще пропасть. Она атрофированная. Нормально, нормально. Самое главное, побыстрее прийти к тем тренировкам, чтобы ты забыл о том, что она была. Да. Я думаю, что мы сегодняшнюю тренировку попробуем это вот. Ну, я же не приседал уже даже пару лет последний. Не приседал почему? Потому что две грыжи поясничного отдела. Они тебя сейчас беспокоят? Нет, сейчас. Сейчас нет. Вот. И колени беспокоили. Все, и просто так получилось, что резко подскользнулся, и она вот оторвалась. И все. Ощущение, конечно, несприятно. Когда такая особенно бытовая травма, ни на тренировке, ничего, ну, просто где ты даже не ожидал ее получить. Ну, даже бицепс бедра. Ну нет, сейчас бицепс бедра прям получше, но в сравнении. Если я вот все-таки хочу до него добраться еще. Вот правая. Да. Это, да, это побольше. Да, конечно. Она и латеральная здесь как да, бы такое. Ну, понятное дело. Вот, ну. И, конечно. Самое, ну, что у меня рабочая сторона правая. То есть я позирую на правую руку. Все нормально, все устанавливается. Вот. Че, помчали? Главное, что мне сказали, что типа повезло еще, что квадры не надорвали, что не ушли мышцы, деформации не произошло. Теперь на груди приседаем. На груди. Да, локти должны быть выше, чтобы штанга не свалилась. Я точно так же тебе буду помогать. Нормально? Да. О! Ровнее, ровнее, ровнее. Таз слишком далеко. Ровнее еще надо, Ром. О! Ровнее спинку. Еще. О! Вот, еще ровнее. Да-да-да-да-да. Не перекашивайся нифига. Правый дави, как хочешь, блядь. Мне правая нужна, левая у тебя так мощная, блядь. Еще, еще. Не останавливаться. Пять раз не останавливаться. Раз, два, три. Кама! Еще! Молодец. На груди как будто комфортнее. Я вижу. Ну, поудобнее. Я вижу. Приседать. Так и будет. И нагрузка не меньше, да?
Нет. Я тебя попрошу. Мне комфортнее вверх цел. Я знаю, что тебя попрошу. Мы сейчас под пятки подложим, попробуем ниже сесть. Понимаешь, да, для чего да, это сейчас? Да. Под пятки подложишь, и вполне возможно, сможешь еще чуть ниже сесть, значит, больше амплитуда будет, больше будет рабочий диапазон и больше будет кровообращение. Я сейчас не делаю ничего через боль. То есть нету никаких болевых ощущений. Не то, что я там пытаюсь казаться лучше, чем есть. Все нормально. Нет, просто действительно, я же прекрасно понимаю, что отлично. Тут не геройствовать. Очень хорошо. Сейчас еще амплитуду увеличиваем. Вот пока ты амплитуду зафиксируешь, там следующие тренировки будут, ну, потихонечку начинаешь вешать. Только не бросаю приседания с маленьким весом. Ну, ты понимаешь, да, до сотки ты можешь себя тащить с правильной постановкой, и оно не будет там на позвоночник тебя давить. Да, тем более на груди, если ты будешь там грамотно делать. Но это уже будет уровень. То есть ты потом можешь дойти до сотки, боишься за спину, просто прогрессируй в количестве повторений. Но все равно приседание. Приседание – это объем, они быстро восстанавливают тебе объем. Жим, приседания. А у меня же она, эта нога уже была, я же таран-берцовую связку отрывал на голеностопе. Тоже месяц я в гипсе походил, и тоже нога так откатила нормально. Тоже потом восстановил. Он тогда проще был, потому что функциональность не нарушена была. Это как раз таки вот за год до чемпионата мира, когда выиграл. Летом вот эта травма была. Два раза я ее ломал. Стопа. Трещина стопе. Один раз на прыгалке я прыгал. И нога подвернулась и хрустнула. Вот я сейчас прыгнул. Вот я сейчас прыгнул, не сломал. А вот здесь растет. Прям трещина была в гипсе. Да. Потом гипс у меня снимают. Это было в 10 классе. Гипс мне снимают. Ну и освобождение от физкультуры. Я просто на скамейке сидел и мячик в мою сторону просто прилетел. Ну, я его как бы пнул, нога подвернулась. И я опять же в этом месте перелом, трещину. И прям на гипс. Ровно неделя прошла. Правая нога такая матерая, привыкшая. Давайте без фанатизма, хорош. Надо весело пенсию включать. Угу. Отлично. Комфортно? Комфортно. Отлично, дело, отлично. Только спинку ровнее держи. Во. Молодец. Вниз. Чуть быстрее тогда давай. А только плавно, без рывков, да. Во. Еще два раза. Давай. Поехали. Да, еще. Еще раз. Молодец. Прям на грифе повис последнее повторение. Тяну его вниз и пытаюсь встать вместе с ним. Гриф вот так вот за собой. Жесть. Ну что, наверное, думаю, здесь хватит. Пойдем пожмем. Внезапный какой-то отказ такой. Пойдем пожмем. Резкий, мощный. Что такое? Да я подкашиваюсь. А, да? Да. Что ты говоришь? Ну, что? В принципе, нормальное состояние. Надо пережить, наверное, просто. Нет, ножки также параллельно. Мы их не разводим. Строго, строго сейчас у тебя положение. Носок, колено, плечо. И ни в коем случае колено никуда не будет уходить, понял? Ага. Старайся живой, чтобы у нас дышишь грудью, а не животом. Постараюсь. Да. Давай. Я обещаю. Так, что здесь? Выжимаю? Выжимаешь, и вот эти штуки в стороны. Да. Вверх. Здесь много выпрямляешь ноги. Не надо мне так. Во. Во. Класс. Чуть быстрее. Ягодицы стараются расслабленно держать. Ягодицы не напрягаются, только квадрики. А квадрики наоборот держат напряженными. Не останавливайся, Ромчик. Давай, мужик. Живот. Еще. Чуть быстрее. В динамике в такой. Без рывков. Еще.
4 раза. Раз, два, три. Молодец. Как дела? Мне как будто хочется чуть-чуть пониже поставить. Просто да, если да. можешь ниже, то да, да. Просто я боюсь за колени. Вот просто. Как будто хочется чуть пониже поставить и немножечко вот как будто носочка чуть-чуть вот сюда, чтобы хорошо, вот так было. Хорошо. Вот, сейчас попробуем. Давай пробуем. Просто ниже это просто нагрузка на это самое. Я понимаю. Я поэтому здесь вот, если хочется, пробуем. А в общем, нормально все? В общем, все, огонь, да. Отлично. Да. Ой. Насколько сейчас это непривычно? Наверное, вообще непривычная нагрузка, да, то, что мы сегодня сделали уже? Ну, в целом, вот после разгибания я уже был готов, ну, типа, на бицепс бедра переходить. Вот давай сейчас мы сделаем здесь еще там а-ля 2-3, ну, посмотрим, сколько подходов, и идем заднее бедро поделаем. Чутка. Сделаем вот, тоже ну, одно упражнение. Квадры прям, ну, хорошо. Вот опять же вопрос, да, тренировочного объема. Вот тупо, ну, можно же будет еще здесь сделать. Там ну, сделай, там сделай, ну, там сделай. Вопрос целесообразности, конечно, да? Конечно. Сколько ты можешь выжить? Ты чувствуешь, что уже все. Ну зачем? Зачем? Это опять же, понимаешь, из разряда, когда люди говорят, у меня вот в тетрадке написано, мне тренер написал. Бля. Ну как? То есть всегда, даже в моем, понимаешь, онлайне программа написана, я говорю, какие ощущения? И у них до момента, когда я вижу, что неправильная техника, они эту программу выполняют. Как только я вижу, что они начинают уже вкладываться в технику, я начинаю спрашивать, как ощущение, хватает ли вас на последние упражнения? Понимаешь, да? То есть выкладывается. Вот ты сейчас выкладываешься, но у нас могу бы, мы сделаем там, здесь, пойдем еще посводим, там еще давай выпады, может, попробуем. Блять, о каких выпадах речь-то идет? А я сейчас их элементарно не сделал. Понимаешь, да? То есть, а в принципе, по программе могли бы сейчас с тобой накидать. И я тебе сразу сказал, что тренировка будет строиться интуитивно. То есть, насколько у тебя будет хорошо. Я знал, что всегда я упор делаю на выпрямление. Вот 100% сейчас. И все свои тренировки я так поставил. То есть, они всегда проходят комфортно. Мне не важно, я сегодня подъемный кран, чтобы много приседать. Если ребята силовики, которые много приседают, там я вообще туда не лезу. Это отдельная их специфика. Все. Но то, что касается мышц, 100% база должна быть подготовлена. И момент травмоопасности, ты же прекрасно видишь, да, насколько у тебя сейчас ноги готовы к нагрузкам. Готово. Они готово. Больше не возьмут то, что они могут. Они полностью тебе сканируют и отдают тебе обратно. Говорит, Рома, не охереваем, мы больше не можем. Ну, это же, ну это... А если это бы не сделать, ты понимаешь, да, всегда думаешь, а еще. Другой момент, ты абсолютно прав, сказал, что вот эти все претрены, они нам затуманивают мозг, когда нарушается нервная система. Ты, но ты не слышишь тело. Ты, да, я там сделал. Но тело ты не слышишь, тебе нужно сканировать ощущения. Четко давайте, когда вот не нарушается СНС, вот этот там кофеин, может быть, там еще просто как гуараны. Экстра гуараны можно сделать, да, это нормально. Но когда уже там совсем тебе трешь, ты не слышишь то, что тебе говорит организм. Он говорит тебе, блядь, хорош, мы больше не можем. Ты херачишь, предпринят работает, еще херачишь. Не надо это. И абсолютно правильно, то есть у тебя сейчас нету никаких вспомогательных, нет? Ты, блин, понимаешь, ноги все. Это твое состояние, ты сегодня то, на что ты сегодня способен. Вполне возможно, завтрашняя тренировка будет другая, к ней вот таким образом тоже идет подход. Ну это опять же, вот человек с огромным опытом, причем я уверен, что Александр и сам пробовал тренировки, когда были объемы просто невероятные, и все это отказ, больше. Просто есть же люди, которые, ну, молодые парни, да? Ну, я тебе так скажу, да. Извини, но когда готовился, я понимаю, что фарма в заднице сидит и все. У меня были сдвоенные упражнения на спину, и там доходило до 4 пар, это 8 упражнений. Угу. Вот, или, например, там 3 пары, но первая была становая тяга. Ты понимаешь, что это такое, темп, да. Там такой, блин, дубасишь. Вначале сделать. Но! Это за тренировку была одна группа мышц. И все. Давай, работай. Ты сделал, как ты хотел, пониже? Да, еще, чуть пониже убрал. Все, давай, работай. Колени чуть. Давай. Прям нажимай. Старайся живот, чтобы был. Грудью дыши, да. И в удовольствие дыши. Во. Угу. Давить больше правой. Так, я вынужден тебя поправить. Поставь, пожалуйста. Но ноги не отрывай. Ты сейчас весь сам смещен вот сюда. Да. Почему? Не знаю. Вот. У тебя сейчас левая нога просто забирает больше нагрузки относительно оси. Вот так ты смотришь. Правую ногу чуть шире поставь. Вот так. Все, о, есть? Да, поехали.
Левую вовнутрь или правую сторону? Во. Вот, другое дело. Вот так. Давай, работаем. Во. Вот, красава. Ягодицами, ногами. Работаем. Я помогу. Давай. Мужик, работаем быстрее. 5 раз. 1, 2, 3, 4. И еще раз. Молодчина. После того, как мы ноги поменяли, поменялось что-нибудь? Ощущение по Что было? Вот расскажи, что было. Не знаю. Я почему ты поставил? Я понимаю, что что-то не то. Это нога опять мягкая чем-то. А ты просто взял и даже не заметил, как у тебя ноги относительно оси даже туда сдвинулись. Ну вот я глаза закрыл. И понимаешь, как бы колено это здесь, и это вот так. Следи визуально обязательно за это, да? То есть это скорее всего инстинкт, а опять же самосохранение, которое будет включать тебе как бы себя обезопасить, правую да? Ногу. Да, как ногу. Обезопасить, да, и поэтому ты всегда должен зрительно себя контролировать, например, там все ровно поставь, все четко, так, нога, пятки, носки, все здорово, глазами проверил, все. Подключил инстинкты, пошел на инстинктах дальше и смотришь. Не торопиться в этих моментах. Да, очень важно. Ну смотри, нормально ноги сейчас? Да. И по объему, ну да, чуть-чуть едь, ну. Не с одной же тренировки. Ну, конечно. Да. Заднее пойдем сделаем там одно упражнение, наверное. Голень ты вообще не трогаешь, да? С бицепсом бедра когда делаю. Я делю квадри от бицепса бедра, и когда бицепс бедра делаю, я в самом начале голень. Думаешь, сегодня бицепс бедра делаем, значит, и голень ничего не надо? Ну, получается, что так. Попал, да. Блин. Нет. Нарвался. Давай, мужик. Отозвался, нарвался. Сейчас сам контролирую ноги. Постановка. А все равно получается у тебя относительно левая нога чуть стоит дальше, чем правая. А я вот этого не вижу, то есть сам, по факту. А ты даже следи по расстоянию. И там, как ты лежишь. Ты же ровно видишь, например, грубо говоря, по голове ты видишь, где ось? Ага. Центр. Относительно центра бери этот центр твой. И также ты относительно центра, вот твоя получается центр. И столько же равное расстояние по ногам. Ну все, типа того. Поехали. Коленочку чуть-чуть вот так. Во. Вот так. Не позволяй стереотипу сработать. Плавнее, но быстрее. Помню. Во. Работай. Все. Еще. Два раза. Еще разочек. И еще два. Раз. Молочек. Ромочка, наверное, хватит. Нормально все? Ну, как сказать? Ну как есть, так и есть. Не самое колено, я про колено спрашиваю. Колено все шикарно. Все. Скажи, мне остальное неинтересно. Сам, чтобы не было, блядь. Чтобы не усугублять травму. По всему остальному я понимаю, что тебе там непросто дается. Колено это последнее, о чем я думаю на самом деле. Во время движения. Впервые, наверное, за тренировку. Всегда концентрируюсь. Ну, то есть у меня очень такие крепатурные ощущения в колене. А что у тебя с походкой-то? Что? Ну, ничего. Нормально с походкой. А что ты? Это обычная классическая походка тренировки ног же. Я как-то в раскорячку. Да.
как будто вибали. Я вам скажу, что это не как будто. Что ты говоришь? А? Я говорю, как будто вибали. Но ну, так, это так, не как будто. Так бы жестко-то уж совсем давай не будем еще. Когда я после становой. А по заднему бедру у тебя есть ограничения? Вообще нет, в принципе. Нормально, да? То есть и правое нормально все, да? И правое, и левое, но все равно левое как будто больше забирает. Там тоже нужно немножко концентрировано. Но по ощущениям нет. Сейчас проверим, хорошо. Отдышись. Единственное, что вот у меня, когда колено полностью разгибаю, такой под коленом хруст, ну, неприятно. А мне это не нужно будет. Да. Не парься, мне не нужно, чтобы ты полностью. Я тебе даже могу помочь и тебе обозначу положение, в котором, до которого ты будешь делать. Бля, поясница. Что, поясница болит? Ну, она чуть-чуть такая подзабилась в последнем подходе. Как я это сделал тогда первым упражнением, становую тягу в спину. То есть она настолько забилась, что я вот так в ускорячку иду вот сюда до следующего упражнения. А мне там пишут, типа, Ромка, да ты кое-как от упражнения к упражнению уходишь, типа, купи себе самокат, езди на самокате. Про себя думаю, ну, сука, сделай, пойди становую тягу. А потом ходи, как ни в чем не бывало. К ним отношусь, ну, с максимальным пониманием. Мне некоторых, конечно, прям хочется, ну, которые не по сути пишут, а пишут какую-то, ну, просто ересь. Просто, чтобы вот реально хейт ради хейта. А те, которые пишут какую-то, ну, по теме, тоже ересь, но это же создает определенный контент. Я же обращаю внимание на эти комментарии, задаю вопросы на основе этих комментариев и как-то пытаюсь все равно разъяснить. Как-то так. Ты что, мне знаешь, я вчера тоже немножко успел там посмотреть то, что ролик выпустили. И там по поводу того, что я говорю про ребенка и обниматься, там какой-то был комментарий такой, да, там, по поводу того, что я обнимаю ребенка, потому что я его просто люблю. Это, конечно, так. Но по большому счету, человек даже неосознанно понимает, что это энергия от ребенка. Ни с чем не оспоримая. То есть цель-то все равно, представь, это не так, что цель. Это, то есть человек нуждается в этом. То есть создавая ребенка, ну мужик, я еще раз говорю, мужчина, он делает ради, он зарабатывает для семьи, для жены, для женщины. То есть он добытчик. Конечно, когда он обнимает ребенка, он, конечно, говорит, что я просто так, потому что люблю. Но по большому счету, ради того, чтобы получить энергию от ребенка, создавать еще больше. Ну, если глобально. Да, глобально. Говорят, что просто не надо замыливать это. И всегда люди хотят оправдать, я это делаю просто так. Да человек никогда ничего просто так не делает. Ну, никогда. У него всегда есть какой-то смысл, потому что есть какой-то повод это начать делать. И это не означает, что как бы в чем-то плохо, в чем-то хорошо. Просто надо четко давать себе отчет, что люди нуждаются в энергии. И они потребители, они не могут просто так существовать, не забирая что-то. Но если мы научимся больше отдавать, ну, нам больше будет и приходить. И это просто нормально, это норма. Просто там такой комментарий был с точки зрения, а я вот просто. Такое впечатление, что я своего ребенка там, знаешь, там не люблю, блин. Да-да-да-да. Но дело не в этом, просто ты человека сразу, ты даешь ему правду жизни. Здесь и проблема в том, что мы люди близкие, не умеем разговаривать между собой. Но когда ты с ребенком будешь говорить, я тебя просто так люблю, да нет. Просто зачастую, в большинстве случаев, понимаешь, когда дети вырастают и отворачиваются и занимаются своими делами, к родителям не приезжают, что родители обижаются? Обижаются. То есть, да. Получается, они сегодня их выращивают для того, чтобы они потом их в старости о них заботились. Это же, ну, типа, как бы это... А потом мы говорим, что мы их просто любим, просто обнимаем. Ну, блин, давай честно, ну, все равно, даже если ты так опустил на вольный хлебан, ты все равно, тебе душу греешь, что у тебя есть ребенок. Конечно. Да, он тебе дает энергию. Многие же родители говорят, вот мы вас вырастили, вот мы вас выкормили, вот вы ни в чем не нуждались, конечно. А сейчас вы про нас забываете, конечно. У вас там своя жизнь и так далее. Конечно. Ну, это же так конечно. И есть. Конечно, и поэтому, когда вот, ну, слушай, ну, я не помню, я просто думаю, вспомню, если я об этом вспомню, но это просто мнение человека, но опять же, это просто он на самом деле в корень вопроса не хочет. Хочет посмотреть, просто в корень, ну это его, он, ну, не хочет, не надо. Но к сожалению, даже знаешь, это не к сожалению, это к радости, все оправдано.
И если ты понимаешь, почему и ради чего ты это делаешь, у тебя понятно, будешь ты это делать или не будешь. И с близким это можно реально обсудить. Ты можешь понять, ну мне это не нравится. И человек тебе близкий с тобой может явно тебя оценить, схожи вы по характерам или нет, есть у вас будущее или нет, а не на уровне химии, просто так, просто люблю. Просто люблю — это работает химия между мужчиной и женщиной, просто люблю между ребенком, потому что все равно там все не так далеко. И все совершенно по-другому в этом мире. А когда вы пиздякаете своих детей, когда они вас раздражают, да, и бесят по затылку, вы помните, что вы их любите? Или там поджопники им даете? Вы помните, что вы все равно их любите? Не, ну сейчас найдется кто-нибудь, кто скажет, я никогда своих детей не бью. Ты хочешь, ты никогда на него голос? И никогда он тебя не раздражал? Да, конечно. Это как из садика. Забираешь, блин, так весь день по ней скучаешь. Проходит 15-20, она какая-нибудь капризная после дневного сна встала. Да, такой, и, нет, и просто это не входит в пазлы твоего сегодняшнего бытия. Да. И ты думаешь, ты какую-то цель уже начинаешь преследовать. Ты же не просто ее так обнимаешь в этот момент. Ты представляешь цель ее с маме спихнуть, потому что тебе надо отдохнуть. Ну, и это масса моментов, которые можно... Это психология. Так, так, ну что, поехали. Колени у нас здесь лежат. Ты давай начни, окей, сейчас посмотрим. Да, колени, по мне, немножко свисают, да? Ты просто попробуй сделать, там вес нормальный? Вес пока, да. Так, отлично. Вверх. Да. Теперь я хочу, чтобы ты немножко... Подожди. Расслабься. Не напрягай руки, не напрягай спину, лежи. И очень важно, легким импульсом прижми таз вниз. Да. Он не должен быть в верхнем положении, у тебя приподниматься. И вот в этом положении приподними чуть колени вверх. Вот так ты должен делать. Вот. Приподнимай колени, ты будешь досокращать мне заднее бедро. Понял? Опускаемся вниз, поехали. Сгибай. И приподнимай колени вверх. Колени вверх. У меня свело. Оба-на. Все, стой, отдохни. Свело, да? Работаем, попробуем. Приподними колени вверх. Вот так. Да. Вверх. И вот, вот так. Вот так работаем. Теперь попробуй расслабить еще ягодицы. И поясницу. Колени вверх приподнимаем. Вот так. Еще чуть побольше. Колени вверх. Приподними колени прямо вверх. Вот так. Да. Вот так. Вот так. Вот теперь так, да. Вот так. Вот так. Еще. Еще. Три раза. Вот так. Еще разочек. Отдыхаем. Что такое? Нормально все? Все нормально, но... Ромыч, ты в порядке? Ощущения, конечно, такие. Сейчас я попытаюсь сформулировать. Так, у меня интересно, бля. Настолько вот глубокое сокращение идет, да, что они вот в предсведенном таком, да, положении. Да. И вот настолько глубоко заходит, что я вот прям с первого, второго повторения, все, я терпеть уже прям начинаю. Да. 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 Ну, вот все, тогда все. Это все, что я хотел сказать. Но, и давай так разберем разницу. Тяжело мне концентрироваться, ну, поясницу я не могу расслабить определенно, потому что я пытаюсь колени поднять за счет прижатия теперь, таза. Теперь мы сделаем нечто среднее. Ты делал? Сейчас смотри. Попробуй на себе показать, что это реально. То есть ты делал сначала вот так. Ага, ну, я понял, да. То есть даже не так. Ты сделал, поднял, и потом вот так. Ага. Да, я тебя прошу сделать. Поднять и просто досократить. А. Вот. На уровень. И не надо вот так делать. Понял. Мне важно, чтобы ты просто в этот момент как бы попытался, не напрягая поясницу, сделать как будто максимальную амплитуду. Да, я понял. Ну, как вот на бицепс тоже. В этот диапазон. Просто вперед, сейчас, да, это было избыточно, а теперь просто таз как бы прижат. И он как бы прижимается. Колени просто не упираются. А сейчас у тебя получается сильный упор коленом был, ага, приподнимался таз. Все, что нужно сделать, это чуть приподнять. Ой, блядь. Что такое? Бицепс бедра. Ну, согласись, больше налилось, чем поясница. Да, поясница. Нет, я про бицепс бедра вообще загружается, да. Но было бы прикольно, если бы немножко уголок был, потому что здесь ровно ты лежишь, да, и поэтому ты в лодочку приходится, да, немножко, да, вставать, да? Да, вот я про это говорю, что да. Да, если бы, например, но вот там мы не делаем по одной простой причине, что эллипс другой. Угу. От эллипса очень сильно зависит нагрузка.
Там у него максимальное сокращение только в среднем положении, а в верхнем он заваливается, и пика не хватает. То есть в середине вес тяжелый, легко внизу и легко вверху. Что такое? Не, все огонь. Все нормально? Да, я от ощущений. Ноги разгибаются у тебя там. Кто? С какой-то такой гримаской. Если пока больше не делаем, все то же самое. Теперь да, дальше. Давай попробуем еще. Попробуем, если позволит. Расставляем носки в стороны. Пытаемся внешнюю часть. Понял. Затронуть. Есть. Блять. Сколько этих установочных. Да. Попробуем, может быть, не так, она будет вот так вот легче будет. Да, может быть, да. Вес маленький, просто. Поехали. Да. Получается легче? Легче? Ром, а? Получается? Получается. Во. Много выпрямляешь. Давай вот так попробуем. Да. Вверх. Блять, вверх. Как же больно, сука. Где больно? В бицепсе. В бицепсе? Да. Спина нормально терпит? Терпит. Еще два. И еще раз. Молодец. Вот эти ощущения от того, когда я отвожу таз и делаю, ну, вот так вот, грубо говоря, сгибание, они кардинально разные. Да. Вот тут настолько глубоко он проходит, и вот прям больно делать сгибание. А сейчас налив идет. Напряженным, а да. Сейчас ты стоишь и понимаешь, что у тебя там налив просто льет. Они вот прям вот внутри бицепс бедра, когда вот это вот пиковое сокращение, он прям аж до боли сжимается. Да. Прям. Нога болтается. Вот просто нога, да, вот так. Просто согни ее. Согни. А теперь в согнутом положении отведи ее назад. Угу. Понял, о чем да, я говорю? Да, и оно вот глубже туда пошло. Войну просто. Да. Понимаешь, блин, я не понимаю, это же какие-то такие вещи прописные, казалось бы мне, да? Ну. Казалось, ну, ничего же сложного. Нет, вот тебе пример, ты ногу согнул. Вот. Ну ты можешь его так сгибать же много раз. Вот по сути, вот же у меня первого так же и было. Но за счет того, что я таз отклячивал. Да. Так же мы же ногу сгибаем, да, заднее бедро. Да. Но потом попробуй вот так его согнуть. Чтобы вот это вот, пик, вот так, вот этот был. Колено просто назад отведи. Да. Попробуй. Вот. И уже, не, я понимаю. А я уже даже его согнуть вот так вот не могу. Когда вот, ну все. Ну и все. Ну и ладно. Ну и не могу. Это не означает, что это какая-то панацея только так делать, и то было неправильно. Никто же об этом не говорит. Давай теперь так разберемся. Поясним. Поясним немножко, да? Если мы будем качать вот так бицепс, то он будет расти сюда. То есть он будет куда-то сюда затягиваться. Логично? Ну, затягиваться. Логично. И это мы чувствуем по заднему бедру сразу. То есть если мы будем делать вот так, то он будет качаться вот сюда. Да, кверху. Переход с ягодицы. Вопрос, что нужно? Нам нужно, чтобы свисало над коленом, когда мы встаем сбоку. Абсолютно правильно. А не под ягодицей. И поэтому, когда мы видим сплошную, блядь, жопу, перетекающую в заднее бедро, это говорит о том, что все упражнения делались вот так. Угу. А не вот такое. Раз и два. Но сейчас все скажут, это генетика. Я тебе сейчас показал на примере, как это работает. Как генетика по ощущениям работает, да. Когда у меня эти положения. Просто вопрос, работает то, что ты затрагиваешь. Чем бодибилдинг отличается от всего этого? Ты в зале затрагиваешь те волокна, которые не участвуют в повседневной жизни на улице. То есть, если мы сумку же мы всегда вот так поднимем. Ну, конечно. Без, вот так, мы же сумку так никогда не поднимаем. Сразу по-другому бицепс начинает работать. В трицепс как у нас? Обернулись и все. Встали. Ну, да, образно. Да? Так мы в зал приходим, точно так же начинаем делать. Он уже знает про это. Но когда ты амплитуду пытаешься там создать, то, чего ты не делаешь в повседневной конечно. Жизни. Задача включить те волокна, которые не работают в повседневной жизни. Блять, как у меня бицепс, но это, сука. Ну что, разочек, наверное, хорош? Он прям вообще прям изнывает, блядь. Пунтик ебаный.
Давай еще раз сделаем, блядь, хватит. Тем более, это в программу сегодня у нас не вставало. Встала. Встала. Встала, блядь. То же самое. Тебе комфортно, когда я тебе таз прижимаю? Вообще, да. Давай, значит, так ну, и делай. Типа, делаем. Я могу да. сконцентрироваться. Все, отлично. И постарайся только ягодицы не напрягать, да? Вот они расслаблены, да, отлично, поехали. Во, один. Теперь узкое колено сделай. Максимально узко. Во. И ровненько делай. Давай попробуем так. Давай, поехали. Во. Все равно разъезжается, да? Ну, ничего, ничего, нормально. Ягодицы не напрягай, я тебе помогу. Не напрягай сейчас ягодицы. Расслабь ягодицы. Я не могу. Можешь. Ну, то есть они вместе с бедром. Нихуя. Сейчас начнем, не умеешь, но в общем, захочешь, заставим. О. Вот. Класс. Класс. И чуть-чуть теперь коленочка. Хоп. Еще. И ищи позже. Ничего, я помогу, нет. Вот, еще. Вот, еще. Еще, Семен Семенович. И еще разочек. Молодчик, блядь. А говоришь, не можешь, блядь. Не умеешь, научишь, захочешь, заставим, блядь. Я и не мог. Ром, ну хватит, наверное, вот с этого. Не ужаснуться, блядь, завтра. Вот тоже, вот, знаешь, когда травма все это идет, и вот если бы тогда не обязательно берет Universal и Flex, то вот эта разница, которую я психологически увидел, там эта рука 54, это 42, я бы тебе сказал, наверное, бы я бы, может быть, и закончил. А вот, ну, мой духовник, он окормляет алкоголиков и наркоманов. Один раз вот был на семинаре, вот я много раз тоже эту тему рассказываю. 70% там молодых ребят, то есть вообще 70% это молодые ребята в основном. И когда я с ними разговаривал, я сначала не мог понять, о чем мне с наркоманами? Я сказал, мне кажется, это вообще люди потерянные. А по факту нифига подобного. Это бывшие спортсмены, которые сломались и травма их выбила. Ну там мастер спорта по гимнастике. Ну они кроме спорта перелом позвоночника, все, блядь, что она еще умеет? Это девочка. У меня вся жизнь, она видела себя олимпийским чемпионом, она с детства мечтала стать олимпийской чемпионкой, блядь, травмировалась. Ей руку помощи никто не протянул, у нее не было никаких обязательств, и все, и нет. Это реально такая история, то есть мне помогло тогда, я благодарен, что были такие, знаешь, что близкие люди есть, и есть спонсоры, и это добавляет мотивацию, ты понимаешь, братан, ничего, давай. А Universal Flex, у них месячная оплата была? Или да, типа да. Сдельная, вот как у Flex? Да, тогда Citibank был, и у меня нет, у меня по ежемесячно приходит день. Ну, как зарплата, да? Зарплата, да. Раз он, то есть, Universal присылал питание. Спроси, сколько бабла давали? Слушай, на то время прилично было. То есть у нас на круг у меня выходило в то время, представь, 10 тысяч долларов. Десятка. С двух. Это сейчас, в это время. Это в 2003-м. Ну, а это вообще контракт. Даже сейчас. Ну, не сразу. Я тебе хочу сказать, сначала мы начали с двух. Ага. Вот, а потом, конечно, когда... То есть Universal уже чуть раньше был. Ну да. Основной он появился. Да. Вот. Потом, когда с Колоном Скатлером выступил, тогда появился Flex. Ну и Universal поднялась контракт. Тоже увеличился там в два раза. Ну они же все пипец эту новость форсили. Все эти фотографии с московского турнира. Да, плюсом они же еще приезжали специально на Южное кладбище. Я же есть во Флексе на фоне памяти. Да. А там даже фотка, я помню эту фотографию в журнале. Вот эта вот мозаика в зале, которая очень мелко с зала фотка. Ну и все-таки, знаешь, все-таки для меня тоже такое значимое. Два раза это, ну, надо отдать... Сейчас вылетел у меня с головы, как его зовут. Очень благодарен тому. Он главный. А, как же он называется? Кто? Главный журналист, который понимает, главный редактор. Главный редактор. Mm-hmm. Дай бог памяти. Я вот его визуально. Всегда у меня вылетает с головы. Такой очень во флексе. Такой правильный мужик. Всегда очень тонкие, правильные вещи. Говорит, знаешь, такое впечатление, что он как бы не американец, а такой, знаешь, дедушка истины. Вот, вот так вот мне сказалось. Вот, с ним очень приятно. То есть, ну, благодаря ему, наверное. То есть, вот, когда мы с ним поговорили, и он как-то вот мне помогал в этих вопросах. Он говорит, как себя вести, вообще, как с людьми общаться. Ну, много моментов таких было. То есть, ну, прикольно. Вот, и благодаря ему... Вот, он именно про американскую аудиторию. Типа, конечно, говорил, да, что, я же русский. С ними, да? И вот здесь очень важно, кто такие американцы, а что они ценят. А барьера не было? А я через переводчика, у меня менеджер был, который меня вел, и через него. Ну, знаешь, что самое интересное? Я английский язык учил так. Я там жил по месяцу, и в
конце месяца. Ну, когда подготовка уже, была. Да, когда съемки были. Ага. Я ездил два раза в год туда, у меня по контракту два раза в год был по месяцу там. И к концу месяца я начинал разговаривать. Потом я приезжал сюда, и я все. Я пытался учить, и у меня не получается. Я человек практики. Я когда не, с носителем просто я не теоретик. Постоянно. Я сразу начинаю. Я понимаю речь. Мне сказать, ну, то есть человек будет говорить, я смысл пойму, там, вдаваться в подробности нет, примерно примитивная речь. Вот. А когда приезжаем, я в теории, я пробовал 4 раза учить английский, я ездил на курс, я не могу. Не я, берет. Не берет, потому что мне нужно, я когда слушаю, например, в магазин приходишь, все на американском, на английском разговаривают, все на английском происходит, я только с менеджером. И менеджер мой тоже, у него даже русская речь, он больше разговаривает на английском, меня. Я уже волей-неволей начинаю интерпретировать, потому что он же переводит мне, я же слушаю их, не просто я жду, пока он мне скажет. Я начинаю накручивать, и к концу там, я мог спокойно в магазин сходить сам, объяснить, что мне надо. Сейчас сюда, блин, полгода все опять забывает. Ну, так, ну, грубо говоря, если бы вы на год туда уехали, то, в принципе, ну, 100%, вполне спокойно. 100%, да. Я думаю, даже меньше. Вот, поэтому, ну, как бы так не срослось. Было предложение туда переехать, я не пошел на это. Но все-таки, знаешь, здесь родители, я знал, что, ну, как бы это важно. Папа меня тренировал, здесь был, как, знаешь, русский... Одному переехать или, допустим, вы говорили, что с отцом? Нет, с женой, я бы мог с женой, например, уехать, да, но у меня здесь родители, папа мой тренер. И это такая история, знаешь, во имя чего, во имя какого-то блага. Все-таки как-то внутри, наверное, какой-то патриотизм во мне сидит, и я все-таки... И даже сейчас вы не жалеете об этом? Нет, вообще нет. Я уважаю всех, я уважаю все страны, нации, я так скажу, что мне Германия очень нравится, страна. Там, знаешь, машины, которые они производят, то есть в каждой стране есть свое что-то, но я рожден здесь. Наверное, я здесь что-то должен делать. А как ее поставить? А теперь все, ты пожизненно будешь делать голень. Так, колено мы вставляем. Да. Вот я сейчас боюсь, да, не вставлять его. Не вставлять, а надо попробовать не вставлять чуть-чуть, подсогнуть и зафиксировать. Вот. Они вот такие вот ноги. Вот так вот они. Да? Да. Стоп, давай, верби. Я не могу так. Но это непроизвольно, то есть. Я знаю, я знаю. Все, надо, не парься. Сейчас давай с маленького попробуем. Рефлексы разработать, попробуем. Победить. Легче? Ну да. Голень просто прожимая. Вес меньше, но голень прожимаешь сильнее. Да. Поставь ноги шире и параллельно. Еще шире. Да. Чуть подсгибаешь колени вовнутрь на большой палец. Вот так, да. Поинтереснее, да? Намного. Да ладно. Да. Есть еще версия о том, что голень нельзя раскачать, как думаешь? Да, думаю, нет. Нет, у меня голень на самом деле у тебя она есть, я имею в виду вообще. Просто я ее не качаю. Как разница, да? Разница ощутима. Да, ниже, растягивай. Вот, вверх. Вот так. Еще. Вверх. Еще. Колени не разводи, колени вовнутрь. Поехали. И вот. Еще. Это только вот, помнишь, как в упрямлениях? Это только начало. Блять. Поехали. Раз. Два. Быстрее. Три. Во. Четыре. Пять. Да, шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Пять раз. Раз. Два, три, четыре. Я кое-как сдержался, чтобы не заматериться. Ну, согласись, да, какой у нас барьер запаса прочности, вообще, да, когда просто ты готов уже сдаться. Понимаешь, да, почему голень тебе не качается? Да. Она не качается, потому что, во-первых, мне кажется, после одного подхода что-то как-то у тебя там говорит, это же. Просто потому, что ее никто не качает. Это же голень. Ну да, что, она не нужна. Да. А, блядь. Да что такое? Два. Три. Ниже растягивай. Вот, четыре. Вот, пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять. Пошел. Одиннадцать. Дальше.
12, 13, 14, 15, 16, 17. Пошел, пошел. 18, еще. 19, 20. Пошел. 10 раз. Раз, два, три, сука, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Даже меня разнесло. Нет, вот кто бы что ни говорил, я бы эти 10 повторений сам нахуй никогда не сделал. Как бы я ни был замотивирован, какой бы я, блядь, на какой фарме ни сидел, нет. Я бы эти ощущения не перетерпел сам. Да мне нахуй это не надо было бы сейчас, блядь. Вы хоть что можете говорить, блядь. Слабак, девка и так далее, но я бы их не сделал. Я бы эти 10 ребят, повторений... Ребят, ему совершенно насрать на все комментарии, которые вы будете сейчас писать. Походу, вот в этот момент ему точно... Мне вот вообще... На самом деле. Я говорю про негативный комментарий. Да, да, да. Мне прям вообще насрать. Ну, согласись, да, такое ощущение, когда ты сходишь, оно просто неимоверное, налива и все остальное, да. То есть я все-таки почему говорю, что у нас человеческий организм с таким запасом прочности, настолько мы привыкли, блядь, жить в зоне комфорта, что, блядь, даже профессиональные спортсмены, да, почему всегда у всех есть тренер? Потому что это все уже прописано в психологии. Только с помощью тренера ты из себя можешь выжать те вот эти соки. И только если даже ты безбашенно включишься, когда отключишь там на предтренах, на всем, еще тренер должен знать, как тебя остановить. Это очень важно. Это очень важно найти вот эту вот грань. Когда, которая не приведет к травме, когда тебя расслабит, когда тебя поддержит, когда это блин, колоссальный труд. Нету индивидуальных видов спорта. Мне вот, ну, это абстрактно, конечно, индивидуальный спорт, это мы говорим там. Там бег, там прыжки в высоту, там еще что-то. Есть командные виды спорта. Мне кажется, везде присутствует это командный вид спорта. Потому что не может спортсмен, там, занимающийся, который выступает в индивидуальности в какой-то, да, сделать все то, что он делает, там, без тренера, без поддержки, без окружающих. Ну, к сожалению, нет. Это команда, да? Каждый. Кто? Зачастую, знаешь, мне очень всего нравится, когда я это сделал. Да нет, но не ты это сделал, это сделали все те люди, которые рядом были с тобой. Во имя тебя. Да. Это да. Даже те же самые, ну, какие-то семейные, душевные, сердечные дела, когда дома все хорошо, когда в семье, когда у вас с девушкой все хорошо, вы просто не думаете об этом. А когда склоки и так далее, тогда уже и никакая подготовка не в радости. Вы, ну, рассеиваете концентрацию и ничего не хочется. Поэтому... Как-то не уверен, ты на третий подход заключительно заходишь? Я не то, что не уверен. Я вам больше скажу, я не хочу, блядь, на него заходить. Ты же знаешь уже, чем это чревато. Потому что первый подход, он был нормальный. Уже же легче. Нет, не легче. Че? Ты же знаешь, что тебя ожидает? Нет. А че? В этом-то и дело. Что ты не знаешь, что будет, да? Я, что да, я опять что-нибудь придумал. Что может быть какая-то херня, блядь. Какой-то подводный камень. Ну, давай попробуем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10. Теперь вниз, в середину остановился и вверх. Двухфазовая. Раз, вверх. Во. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Дожимай, дожимай, дожимай. Еще. Еще 5. И 5 полных. 5 полных. Раз, два, три. 4. Блять, это пизда, вообще просто пизда. Сука. Там синички небольшие пошли. Вообще синячок какой-то. Капец, вообще просто. Дядя Рома. Это нет. Хватит вас сегодня. Все, хватит боли. Это было немного, но этого было вполне достаточно. Молодец.
Огонь. Спасибо большое, Александр. Все, ребят, такая тренировка ног. Вы просили, мы для вас отсняли. Максимально подробно объяснили. Вот так выглядит тренировка. Эта тренировка ног была для Ромы. Да, учитывая его травмы, учитывая потребности. Заднее бедро, конечно, вообще не в план не входило в его тренировки, но мы его просто сделали, поскольку это попало в ваш контент, в его контент, для того, чтобы вы могли это посмотреть. Вот, поэтому только долгий труд. Опять же, все упражнения подстраиваются под ощущения. Техника выстраивается, есть определенные азы, которые вы можете здесь посмотреть, но больше полагайтесь на свои ощущения. То, как вы чувствуете, так вы начинаете делать. Вот, например, как было в жиме в ногах, да, Рома начал делать, я бы хотел бы пониже опустить, классно. Я перестраховался, но Рома говорит, что я могу. Супер, дал обратную связь, поставили ниже, нашли еще более лучшие варианты исполнения, получили результат. Все круто. Спасибо, ребят, что смотрите. Следующее будет не тренировочное видео с Александром. В более комфортных условиях для меня. И в более безмятежных и спокойных. Вот, грядет подкаст. Все, друзья, спасибо за просмотр. Всего доброго. Все, спасибо большое.